Итоги прошедшего голосования сегодня подвели в избирательной комиссии Ненецкого округа. В пресс-конференции для журналистов региональных СМИ приняли участие председатель избиркома Ненецкого округа Георгий Попов, председатель общественной палаты Игорь Соколов и руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Кожевин. Итоговый протокол по результатам прошедшего голосования избирательной комиссии Ненецкого округа был подписан сегодня в 11 часов. Сразу после документа направлен в Центр избирком России. Жалоб, заявлений, обращений по процедуре проведения голосования в избирательной комиссии, в том числе избирательную комиссию округа, не поступало. Особых мнений от членов комиссии при подписании протокола также не поступало. На избирательных участках несли дежурство 230 общественных наблюдателей. Формированием корпуса общественных наблюдателей занималась общественная палата Ненецкого округа. Необходимо отметить, что ни одному желающему стать наблюдателем, имеющим на это право, отказано не было. На каждом избирательном участке, как в городе, так и в населенных пунктах, общественные наблюдатели следили за проведением голосования, подсчетом голосов и установлением итогов голосования. Каких-либо нарушений выявлено не было. На все избирательные участки наблюдатели предоставило Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия». Что можно отметить 100%, это, конечно, отсутствие каких-либо нарушений и замечаний в работе участковых избирательных комиссий. Был разработан соответствующий стандарт, золотой стандарт наблюдения. Все комиссии были обеспечены как средствами защиты, так и полностью эффективно, чрезвычайно, на самом деле. Мы получали массу положительных отзывов от наблюдателей о том, как процесс был организован. В голосовании по поправкам в Конституцию в Ненецком округе приняли участие почти 22 тысячи человек. Мария Даник, Антон Водряков, телеканал «Север».